Всем привет! Меня зовут Оксана Третьякова, и сегодня я оказалась в Милане. Но для того, чтобы мне оказаться в настоящей Италии, мне не нужно было покупать билет, а мне нужно было просто взять и приехать в Центр красоты и здоровья Милан. И сейчас мы посмотрим, чем же нас сегодня здесь удивят, какими процедурами. И об этом, я думаю, обязательно нам расскажут замечательные девушки, которые здесь работают. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, чем вы удивляете своих любимых женщин, чем вы радуете, какие у вас есть процедуры, что сейчас пользуется наибольшим спросом, как вам прийти, на какие процедуры, что вы посоветуете. И я тут прогулялась, еще тут очень красиво, очень много кабинетов, и мне бы хотелось, чтобы и я, и зрители увидели, что же у вас есть и чем вы радуете клиентов своих. Наш салон уже работает более 13 лет. У нас есть парикмахерский зал, у нас есть косметология, как аппаратная, так и инъекционная. Массаж тела, солярий, барбершоп. Что сейчас в зимний, осенний период пользуется спросом, это в основном аппаратная косметология, инъекционная косметология. Да, вот я знаю, что многие девушки, тем более, если кто-то хочет уехать на море, хотят быстро привести буквально за месяц фигуру в идеальное состояние, чтобы блеснуть на пляже. Вот. Да, у нас есть такие процедуры по уменьшению объема в тело. Также это можно совмещать комплексами вместе с массажем, вместе с аппаратными услугами. Давайте пройдем тогда в кабинет, и я вам покажу и расскажу более подробно. Вот этот кабинет у нас на аппаратной косметологии. Здесь у нас александритовый лазер, один из самых мощнейших лазеров. А скажи, пожалуйста, чем отличается вот лазерная эпиляция от, допустим, как раньше популярно было, восковая или просто бритвая? Вот в чем-то есть преимущество? Конечно, после лазерной эпиляции результат виден уже с первой процедуры. Вообще, чтобы избавиться от волос полностью, на весь остаток жизни. Даже так можно? Да, даже можно так, но это уже косметологи, они смотрят на структуру волос, на организм человека и говорят, сколько процедур достаточно будет. То есть получается, что делается какой-то замер, да, или смотрится, насколько там, может быть, толстый волосок, там, да, смотрится, или сколько нужно конкретному человеку процедур, то есть кому-то 3, кому-то 10. Смотрится по результатам, но вообще результат виден с первого раза, но лучший результат с 8-го, с 6-го раза, примерно вот так вот. Оксана, а теперь я хочу вас познакомить с нашим специалистом по телу. Я знаю, что нет предела совершенства, но все девушки готовятся постоянно то к Новому году, то к летнему сезону, свое тело. То есть есть там дряблость или все хотят уменьшить объемы в теле. Вот какие есть у вас процедуры, чтобы вот максимально быстро, эффективно это сделать и чтобы, возможно, они снова не вернулись? У нас есть как обычный массаж, есть ленивая тренировка, это вот сюда. Через воздействие микротоков мышцы сокращаются. Ну, можем регулировать 8 секунд там, воздействия, допустим, там 3-4 секунды расслабления. И в течение 25 минут идет интенсивная тренировка, которая заменяет 1,5-2-часовое в тренажерном зале. Это что касательно мышц сокращения. Также это антицеллюлитная программа. Но мы сделаем комплекс. У нас есть и фитобочка, собственно, чтобы разогреть тело. Также мышечное воздействие, работа именно с жировой тканью. То есть, а правильно я поняла, то по сути, вот если у кого мало времени, да, может к вам приехать на целый день? Нет, в основном это лучше желательно делать в разные дни, потому что, что касаемо эпиляции, это очень тонкое дело, и лучше выделить целый день. Отдельно. Да, отдельно целый день, потому что там, особенно первый раз, девушка под впечатлением остается, и ей явно не для ленивых тренировок. Это и есть та самая легендарная бочка? Да, это именно она. А это что за ванна?
Это наша знаменитая гидрованная, которая помогает как мужчинам, так и женщинам избавиться от апельсиновой корки, той легендарной апельсиновой корки. А у мужчин она тоже разве есть? Конечно, бывает, есть. Да? Бывает, редкий случай, но бывает. И мы с вами действительно убедились, что в центре красоты и здоровья Милан действительно есть все, где любая девушка, и не только девушка, но и мужчины могут прийти и сделать себе и маникюры, педикюры, аппаратную косметологию, сделать массажи, похудеть на несколько килограмм. В общем, привести себя в порядок за несколько дней, и не обязательно лететь в Милан, брать билеты, а можно просто приехать в салон красоты и здоровья Милан. И с вами была я, Третьякова Оксана, и передача «Красота вне времени». Пока-пока!